Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys и сегодня соберем кран. В набор входит клей, наждачка, нить, 116 деталей конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. В этой инструкции вы увидите вкладыш с расшифровкой всех обозначений на 6 языках. Зеленый цвет в инструкции обозначает область нанесения клея. Обращаем внимание на расположение деталей. В круглых отверстиях клея быть не должно. Обращаем внимание на расположение отверстий. Клей наносим только в пазы, он не должен попасть в круглые отверстия.
Обращаем внимание на отличие деталей. Здесь также клей наносим только в пазы. Первую детальку просто вставляем.
клей не должен попасть в круглое отверстие. Вторые колеса собираем по аналогии. Узелки мы можем закрепить капелькой клея. Готово! У собранной модели вращаются колеса, откидываются кабины, поднимается и двигается стрела. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!